19 января православные отметят один из самых древних и почитаемых праздников – Крещение Господне. По традиции, в этот день принято погружаться в ледяную прорубь. В Асбесте традиционные крещенские купания пройдут на базе «Бодрость». 19 января в 11 часов на базе отдыха «Бодрость» состоится освящение Иордании, после чего погрузиться в ледяную воду смогут все желающие. Считается, что на крещение вся вода в реках, озерах, водоемах в крещенскую ночь становится святой. Она исцеляет любые недуги, а окунувшиеся в нее люди очищаются от грехов. Традиционно на месте проведения крещенских купаний будут находиться отряды спасателей. Также безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции и медики. Как показывает опыт прошлых лет, желающих погрузиться в ледяную воду в этот день более чем достаточно. В то же время не стоит забывать, что купание в проруби представляет собой определенную опасность для человека. Окунаться в крещенскую купель следует лишь подготовленным. Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы и другие. Специалисты рекомендуют даже здоровым людям соблюдать определенные правила. Перед купанием категорически запрещается пить спиртное, а в воде рекомендуют находиться не более чем полминуты.